Компания «Электромотор» представляет вашему вниманию дизельный генератор «Кипр», модель КДЕ-6500Е. Номинальная мощность составляет 5 кВт-ампер. Широко применим в местах, где необходим источник автономного энергоснабжения, а также в качестве резервного источника питания. Четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель очень экономичен. Расход составляет 275 грамм на кВт-ампер в час. Объем топливного бака 15 литров. Максимальная автономность в номинальном режиме 8 часов. Вес генератора 100 кг. Наличие колесиков упрощает процесс транспортировки устройства. На данном видео представлено замок стартера, лампа давления масла, вольтметр, розетки на 230 вольт. Предохранитель постоянного тока с клеммами. Клемма «Земля». Рычаг подачи топлива. Форсунка. Рукоятка ручного стартера. Компания «Электромотор» предлагает широкий ассортимент электростанций. Наш телефон 5 300 38.